мои дарлинг, с вами Симона, и мы с вами продолжаем проходить Хогвартс. Блин, я думала уже пойти, а тут через минуту сладкая мальва будет готова, да и, в общем-то, бадьян тоже. Эх, ну к этим нашим соваться нет смысла, мы их, в общем-то, я там после серии с ними, уже после прошлой, естественно, серии, если вы не видели, можно по подсказочке перейти и посмотреть. А если вы уже не первый раз на меня натыкаетесь и по какой-то причине еще не подписаны, ну это надо исправлять, особенно если вам нравится, конечно же, ну, это же вообще сам Бог велел, понимаете? Зачем сохранили-то меня? Я просто жду сладкую мальву. 25 секунд осталось. Да не спасла я фестралов. Я жду мальву сладкую. В общем, пойдем мы до этого задания пешком. И пойдем ночью. Потому что почему? Правильно. Потому что мы ищем этих демимасок долбанных. Я так не играю без демимасок. Нужны демимаски. Хочу открывать все замки. Опа! Опа, вот сейчас с кайфом пойдем по красоте. Что я нас не знаю? Сейчас мы доберемся до какой-нибудь этой задания Мерлина, еще чего-нибудь. И все, и понесет нас опять, а сладкой мальвы нету. Сунешься в карман, пустой. Что делать? Ничего не делать. Сымать и бегать. А надо... Короче, готовиться к таким вещам. Возможно, можно было бы как-нибудь еще через Хогсмид немножечко сделать крюк и продать всякое ненужное, что у нас есть. Я, кстати, не уверена, что у нас есть что-нибудь ненужное. Я, кстати, между прочим, я проверила. Я прям открыла Steam. Говорю ему: добрый друг, проверь, пожалуйста, мне целостность файлов всяких. Он проверил, говорит, все ок. Но при этом происходит вот такая дичь. Мы грузим 15 лет какие-то текстуры, при том, что изначально такого не было. Ну вот, при первых каких-то запусках я вообще такого не помню. Я ж хотел ночью идти. Ну-ка быстро мне ночь сделайте. Что так долго карта грузилась, что... О, искательница сокровищ, до сих пор не верится, что ты нашла ту старую форму, молодчина. Какой впечатлительный парень, это был-то когда? 100 лет назад это было, он все никак забыть не может. Это ж надо было расшифровать старые карты сокровищ, галеоны и формы историка, ты просто гений. Возможно, что-то неправильно прочитал, потому что я... Опа, кот материализовался. Значит, надо гладить. Есть одно простое правило. Если перед тобой материализуется кот, обязательно нужно его погладить. А чё так много опять ходит народу? Ночь на дворе же. Чё вам всем здесь надо-то? Может, всё-таки я... Вот опять. Вот что это? Почему оно... Звенит. Вон там где-то есть сундук наверху, но я сейчас так туда не пойду. Это опять Пивз, что ли, орёт? О, здравствуйте, я скучала по вам. Так, ну тут демимаски, соответственно, тоже нету. Можем пойти сюдой. Да нет, наверное, здесь я везде ходила. А по лесу, наверное, их нет. Я так вот сейчас думаю, так вот, что идешь по лесу, и она такая стоит. Может такое быть? Возможно, что ни хрена. Но возможно, мы будем идти, а там на пути какая-нибудь лачуга. Чего ты показываешь? Карта показывает мне какую-то дичь. Что ты хочешь? Куда мне надо-то? Пойдем сюда. Я, наверное, просто должна сначала выйти из Хогвартса, и она запуталась. Она запуталась.
Потому-то она и запуталась, потому что, блин, закрыто все, чтобы не шатались всякие. Ревелия. Мы здесь, наверное, были с этим астрономом бешеным, а может и нет. Вообще, наверное, нет. А это что такое? Конфринго. Ого! Ничего себе! А я не знала, что так можно делать. Опа! Блин, сундук от меня спрятался. Сейчас я тоже от тебя спрячусь. Вот так-то. Обманули дурака на 4 кулака. Если я... О, я могу полететь. Че? Я могу перелететь через забор. И все. И приземлиться, где моей душе угодно. И идти. Вот и все. Лайфхаки хогвартсовские. Не надо. Не надо тупить только, пожалуйста. Не надо проседать и всякое такое. Короче, вот, пойдем пешочком. Но, честно сказать, блин, не знаю. Возможно, что это не очень хорошая идея. Хотя, может быть, попадется чей-то дом. Ой, что я открыл-то? А если... Попробовать, например... Почему? Вот так. На метле же будет быстрее. Ревелио. И ревелио можно делать. Опа! Ты чё? Да что ты будешь делать? Я только в прошлой серии сказала... О, не вылетает, блин! Короче, перезапустила я все заново. Я не знаю, что так сломало... не то мое... О, доступно новое задание. Какое? Вы что меня путаете? Нечего меня тут это голову мне морочить. Подождите, а где-то здесь же было... Было чьё-то гнездо. Ревелия. А, вон, это в ту сторону. Нифига тут грибов. Ну, я что-то это... Так, тормози, тормози, все, слезай. Сейчас мы как с вами разгуляемся, как всегда. Только я уже все потеряла. Где я тут был-то? Где? Почему оно на метле показывается, а здесь не показывается? А мы сейчас через карту. Ага, значит, вот сюда, что ли, ведет куда-то. А это было логово Пушишки. Все нормально. О, кстати, а вот тут вот какие-то здания. Тут и Демимаска может быть. Предлагаю идти в эту сторону. О! Ревелия. Вон сколько полезного. Это что? Денюжки. Что ты приготовила для меня на сей раз, Мерлин? Здесь хотя бы на меня не будет ругаться пугало. Все, да не все. Я думала, что все, а оно не все. Ревелия. А я больше не вижу. Где тут еще эти штуки? Так. Слушайте, странно, почему-то я не вижу.
На всякий случай просто сломала. Не вижу. А можно повыше залезть? Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Женщина, поспокойнее, пожалуйста. Вы так это, расшибетесь. Блин, не вижу. Странно. Очень странно. Может быть, это днем виднее? А мы тут по ночам бродим такие, что? Ничего не видно. Естественно, ничего не видно. Что, сползать-то будем? Нет. Зато там где-то внизу страница. Нет, ну по-любасу, они же где-то тут вот в округе. В этом же и весь прикол. Задание Мерлина, что как бы, ну... Нельзя же все раскидать по всей карте. Может, реально вот эти надо еще поразбивать? Вообще есть сомнения некоторые, что разрушение было жизненным кредо Мерлина. Блин, надо же, а? Начала, блин. А не это, вообще ничего тут нету. Не понимаю. Не понимаю. Оно же как-то даже сквозь преграды бы показывалось. Синеньким такое было бы выделено. Но я вообще ничего не вижу синенького. Да страницу понимаю, страницу. Не понимаю все остальное. Представляете? Вообще ничего не понял. Как же так? А я вообще потерялась. В смысле? Подожди, а почему это я здесь не могу летать на метле? Только что могла, уже не могу. Здрасте, приехали. Ну я потерялась. Овцы. Прекрасно. Ну, можно тогда по домам пошариться. Опа, бабочка сидит. Это значит, где-то рядом есть вот это вот... Штука. Капец, сколько у нас уже денег? Я уже даже их считать перестала. Спиральный переулок какой-то. Прям реально спиральный. О, может быть, сейчас мы как походим по домам. Сейчас мы как демимаски-то поищем. Я еще, кстати, подумала, а вдруг мы успеем? Мы все никак не дойдем. До этой. До вот этой арены темных искусств. Может, специально запереться прямо туда. Просто интересно, как это вообще работает. Где? Почему она разговаривает с демимаской, когда я ее не вижу? Вот она! Я ж сказала. Я же сказала. Все, что ли? Что-то бедно живете как-то. Даже притырить нечего. Ладно. Бичи. Пойду к другим соседям. Блин, этот я еще не умею открывать замок. Lumos. Так, и эта бабочка была вот тут. А это Хогсмид? Блин, заблудилась. Только сейчас такая видела где-то эту штукень и потерялась. Что за человек? Не, ну точно не сюда.
Да, блин. Ну, естественно. А, вот. Блин, надо как-то запомнить. А чё? А, у меня депульс. Ну ладно. Будет так. Вот эти еще двери тоже странные, блин. Какие-то непонятные уже. Не первый раз они мне попадаются. Вот же ты сидишь. Тут же вообще недалеко, совсем. Как можно было потеряться? Ну вот же. Ой, красота-то какая! Лепота. Блин, тоже третьего уровня. Ты смотри. Какие тут все... Ой. Это можно было не перепрыгивать, да? Понятненько. Вот это вот точно можно. Может, тогда как раз к кому-нибудь запереться и что-нибудь продать. Да, это и есть как бы Хоксмит. Почему сначала написано было «Спиральный переулок»? Я, может быть, до этого просто не обращала внимания, не читала, что он еще тоже разделяется на какие-то сегментики. Опа, опа! Так, что-то тоже у вас не густо здесь. О, сундук. Заполнено все. Это не проблема. Мы же в Хоксмите. Мы сейчас пойдем. Куда? Это не Оливандр же? Нет. Да, привет, привет, привет. Так, смотри. Вот это продам. Засада повышает урон по дезиллюминационным... О, это я тебе не продам. А вот это все забирай. Вот это вот. Зачем оно все у меня валяется? А! Блин, там был... Вот это, наверное, не надо было продавать. Ну все уже. Я сама себе, значит, вкачаю, чего хочу. А что у тебя есть? А, метла. У меня есть метла красивая. Я себе, кстати, поменяла как раз. Давайте сохранимся на всякий случай. Опять бзик этот включим. Так. И обратно в этот дом. Нет, не в этот. Какой мы взломали дом? Какой-то взломали дом. Это что ли? Нет. А, да. Нет. Блин! Опять я запуталась. Откуда-то же мы... По-моему, да, да нет, я вроде здесь вышла. Там стоял сундук. Может, я все-таки не отсюда вышла. Ой, ладно, найдем другую квартиру. Я вас умоляю. Так, это третий уровень. Там, где мимасок нет, стопудняк. О! Опа! Где-то она опять заметила демимаску. What do we have here? A demiguys. Да я поняла уже. Интересно, мы в этот раз вообще до фестралов дойдем. Здравствуйте. А там что, день уже? Нет! Нет! Зачем день? Не надо день. Ночь. Вставай.
Нет, я не знаю, это прям просто мое любимое в этой игре. Это когда ты спишь на грунте. Может, на втором этаже? Да! Опа, неизвестный предмет для головы. Очень хорошо. Чего? Кто это? Блин, давай валим отсюда, чувиха! Тут кто-то есть! Так, ладно, давайте хотя бы ради приличия хотя бы пойдем в сторону задания. Не понял. Сидит кто-то. А мы, по-моему, здесь чуть ли как в какой-то из самых первых серий мы сюда вломились, по-моему. Где-то еще опять звенит эта страница. Блин, там столько еще замков неоткрытых. Столько еще всего неизведанного. Ой-ой-ой. Просто симулятор домушника. Ай! Так, тут чего? Ревелия. Какие-нибудь демимаски, может быть? А, нет, просто точно такая же планировка. Ну, тут какие-то волшебники, они любили какие-то типовые здания строить себе. Поэтому у всех дома одинаковые. Потому что я не знаю, я вот как бы только взломала ее, получается. Но я прям 100% как будто бы в ней была. А вот человечка не смущает совершенно, что я зашла к нему домой. О, там демимаска наверху. А как наверх подняться? А, вот. Вот, тут по всему этому Хоксмиту этих демимасок пруд-пруди. И денежки, наверное. Нет, это были не денежки. Ну ладно, это потом превратится в денежки. Вообще. Подождите, а по карте, если посмотреть, сколько вообще в Хоксмите осталось демимасок? Две! Послушайте. Это же как будто бы вполне реально найти. Наверное, здесь мы уже ходили. Вот есть еще какой-то замок. О! Такое ощущение, как будто за каждой закрытой дверью со вторым уровнем скрывается демимаска. Скорее всего, я не права. Конечно же, я не права. Вот тоже женщине наплевать абсолютно. Что я зашла, мучу тут какие-то мутки. Ой, у нее дети наверху, она даже не беспокоится совершенно об этом. Их всех не парит. Ну. Ну ладно. Не мне их учить без... Ой, чуть по коту не пробежалась. Ну блин, вот видит бог, сейчас не до котов. Куда ж нам теперь? Ну, можно опять ради приличия пойти в сторону задания, а потом опять начать шариться по домам. Это третий уровень, это нам не подходит. Есть еще вот какая-то дверь. Это тоже третий. Тоже нехорошо это для нас получается. Ну, тут, наверное, уже и нету ничего. Тут уже... Вроде как на выход, наверное, мы... Да, это третий уровень. Я здесь уже, по-моему, бродила, ходила.
что еще тут у вас есть? Показывайте, что вы. Я ж все равно доберусь. О! Алохамора. Вообще, да, правда, я тоже нахожу это слегка нелогичным, что замки надо еще, типа, открывать. То есть ты говоришь отпирающее заклятие. Ничего себе, неизвестный предмет для головы в таком большом сундуке. Это что там за предмет? Сомбреро? Ой, сейчас чихну, кажись. Ох! А, будь здоров, спасибо, пожалуйста. Блин, интересный дом, конечно. Ничего особенно полезного, но что-то прям прикольно как-то зашли так. Мне вот в эту сторону, если как бы... Если... Ну не в воду же! Если как бы в сторону задания, то это мне сюда. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Да, все дороги сюда и ведут. Тебе не кажется? Все, короче, бежим, наверное, в сторону задания. Здесь мы везде ходили, но, возможно, мы тогда еще не видели каких-то замков второго уровня. Возможно. Кто тут какие-то враги? Топиройки? А, волчары. Сейчас я вас причешу, волчары. О! Ой, я победила дворняк. Это значит, я... Ой, я какое-то испытание, значит, выполнила, да? Бой. Во! О, мне дали защиту от волков. Вот, я теперь хотя бы знаю, что... Надо залезать в эти во все штуки и сохраняться бы. Сохранение недоступно. Наверное, потому... А, наверное, потому что бой еще идет, считается, да? Нет? Где волк-то? Второй. Алло! Вы мне мешаете сохраняться. Вот и все. Кстати, они же где-то, по-моему, эту шкуру свою разбрасывают. Так, бежим далее. Кто это говорит? Ладно. Ну, вряд ли же, очень вряд ли. Демимаски такие просто стоят в лесу. Наверное. Так, так, так. Этот... Это что такое здесь? Я, по-моему, этот зачищала уже лагерь. Оп. Опа, а что такое? Это лабиринт какой? Да, ё-моё, ну я дойду. Я дойду сегодня до задания или нет? Чё за лабиринт? Что это такое? О, мало кто знает, что история живых лабиринтов в Шотландии ведет отсчет с 15 века с темного волшебника по имени Юнон Блэквуд. Юнон был отпрыском... не магической ветви рода Вудов. Родители Маглы не понимали его, и в попытке найти себе место он занялся семейным делом – подстриганием живых изгородей. Говорят, он мог преображать заросли шиповника одной лишь силой мысли, с легкостью создавая завораживающие зеленые скульптуры. Это восхищало, но в то же время и злило его домочадцев, не терпевших колдовства. Их неприязнь только усилилась, когда Юнону прислали приглашение в Хогвартс, где он поступил на Пуффендуй. Именно в стенах Хогвартса Юнон повстречал
Артемизию Блэк, полукровку, от которой отреклась родня из-за того, что ее мать вступила в связь с маглом. Вопрос чистоты крови был для Артемизии болезненной темой. Она считала, что достойна девичьей фамилии матери, и в остракизме, которому ту подвергли родственники, винила отца. В то же время она не поняла... не пеняла Вуду за его магловское происхождение. Артемизия видела в нем такую же, как она, жертву обстоятельств. И что? И что надо с этим делать? Интересно. А какое тут может быть такое... Какое тут может быть такое заклятие, чтобы я что-то такое сделала? Блин, интересно. Если кто-то знает, пишите в комментариях. Мне прямо это очень интересно. Но мы бежим! Мы бежим, бежим, бежим! Прям очень быстро бежим к нашему заданию. Тише, 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 тише. Может быть, полетим все-таки. Да что я делаю? Что это за холодное такое проклятие, которое я насылаю вечно? Подождите. А почему нас теперь сюда ведет? Ой, а там, наверное, логово инферналов внизу было. Либо этих, как их называют. Так, мне нужен самец Фистрала. Пойдемте же его поищем. Так, надо мне... экипировать Левиосу поближе к... Ну, сюда. Самец. О, самец валяется, как раз спит. О, этот поближе самец и подальше от остальных. Пожалуй... Опа! Все, поймался. I'll look after you. Надо сохраниться. Так, сохранить, сохранить. Так, пойдемте, как раз тут где-то был вот этот. А, и он меня ведет сразу в эти фолианты и свитки. Понятно. Тогда подождите. Тогда подождите, тут еще вот что есть. Какой приятный сюрприз. Так. И что? Ага. Это что такое? Надо эту штукень тут сюда притащить. Давайте притащим, чё уж. Иди, иди сюда. Нет? А, надо сначала было, видимо, конфринга сделать. О! Да, но вот с этой легко было как-то разобраться, а с той что-то я не поняла, где там еще что было. Тик-тик-тик-тик. Полетели дальше в фолианты и свитки. А тут вот кто? Кто это? Топиройки, наверное.
Да, ну, пошли нафиг. С ними как-то не весело. А, вот оно как показывается. Так это ревелью делаешь. А я что-то протупила. Чё, кстати, можем с ними помахаться в целом. Ой! Фига, бомбарда вообще мощное заклинание, конечно. О, у нас еще есть, кстати, это. О, бросок темной магии, естественно. Чё он такой вообще нетронутый? Как же так вышло-то? Вот и все. Ой, испытание выполнено. Еще одно. Тут, конечно, какое-то подземелье, но, блин, что-то я не хочу. Я хочу на метлю. Все, уже рассвет занялся, ребятки. Поэтому сейчас мы уж демимасок точно никаких не встретим. А, блин, мы же в Хогсмид летим. Да, он... Я так и знала. Я же вот это все помню, знаю. Тут у нас была эта наша, которая хотел всех от прыщей лечить. Оп! Главное, что мы тепло одеты. Я так считаю. А уж каким образом мы добираемся до каких-то мест, это вообще... Это никого волновать не должно. Почему он меня вел какими-то буераками? Так же вот быстрее, как я сейчас прошла. Я, правда, шла хрен знает как. Фолианты и свитки. Я что-то даже не помню вообще, как продавец выглядит. А, точно. Здравствуйте. Вот. Магический рецепт, загон для развития. 18 кесов у меня. А что у тебя еще есть? Кормушка для тварей. Коробка с игрушками для тварей. Чем мы эти деньги солить, что ли, будем? Место для нарезки. Разблокирует способность. Накладывать место для нарезки. Это стенд периодически производит побочные продукты в виде растений. Так что не забывайте следить за ним. Навозный компостер. Используйте его для производства удобрений. Прыгливый горшок будет периодически варить случайно выбранное зелье. Интересно. Горшков с двумя средними горшками. Опа! Стол для горшков с двумя средними горшками. Что-то я хотела для средних горшков-то сделать. Для зельеварения. Так, он идеально подойдет, чтобы удовлетворять ваши потребности во время приготовления. Это, наверное, как в этом, как в классе у нас стоит. С тремя средними горшками. Давайте купим такое. Клево. Прикольно у тебя прям. Понравилось мне. Ой, а может ему надо было что-нибудь продать? Хотя, не, ну можно, конечно. Просто у нас там есть еще парочка неизвестных вещей. О, а шляпа-то у нас есть какая хорошая.
Ми. Ну, это, по-моему, это я сама про тентакулу. Это я сама что-то такое добавила. Не знаю, кстати, зачем. Короче, ждите. Ждите. Коробку с игрушками для тварей. Ой, какая красота. Давайте сохранимся. Я предлагаю через карту нам оказаться в ручей комнате, потому что этим путем мы уже шли сегодня. Сколько можно, правильно? Он же сейчас поведет нас по той же самой дорожке. И даже если мы включим ночь, никакую Димимаску мы уже с вами не найдем. Так, здравствуй, Дик. Приветствую тебя. Мне удалось спасти Фестрал. Спасти, да. Я прям обожаю эту логику. И приобрести, да. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Великолепно! Теперь, чтобы разводить фестралов, нужно выпустить их в виварии с созданным загоном. Чтобы начать процесс, используйте загон. Приходите повидаться с Диком. Хорошо, интересно, где лучше наколдовать для них загон? Ой-ой, сейчас нам покажут. Я хотела сказать осторожно, у меня там вообще-то стоит стол. С готовым зельем, между прочим, которое я не могу забрать, потому что у меня, видите ли, ячейки уже все заполнены. Ой, ну какая красота. Дик не перестает удивляться возможностям этой комнаты. Теперь у нас есть идеальное место для фестралов. Так, для фестралов тогда подождите. Я сначала схожу туда и заберу ту мою кайфушницу. Кайфушница моя, пойдем. А вы че у меня не кормленные? Вы че у меня не кормленные? А ну-ка сюда все. А ты еще и не чесанная. Че у вас здесь происходит? Вы как так вышло-то? Как я могла так поступить с вами? С такими красивыми умниками. С такими прелестными созданиями. Как же так можно-то было сделать, поступить? Куда ты побежала кайфовать, наверное? Так, эта тварь не готова к взаимодействию. Вон та тварь должна быть готова. Куда? Куда? А кушать? Кушать. Кушай. И ты кушай. Прекрасно. Ой. Вы прекрасны, мои чудесные создания. Ой, чуть с ног не сбила. Ну, крыла она, ну, ё-моё. Так, все, со всех все собрала. Ну, все. А теперь... Хоронитесь. Сейчас буду вас пугать всех. Все. Единорог опять обосрался. Могилия, точно, у нее еще такое имя красивое. Ё-моё, ё-моё. Так, ну, вообще, кстати, если что, вот один раз мы уже вылетали сегодня. Я думаю, может, хватит. Вы как считаете? И вам здесь будет хорошо, да? Я надеюсь. Вот, пожалуйста. Может, и вам здесь будет хорошо. Походите, посидите. Сейчас, подождите, еще за нюхлером. Еще за нюхлером надо поухаживать. Так, а значит, ну, крафтить же, я же могу вот так, правильно, здесь? Вот, предметы для тварей. Загон для разведения. Здесь нельзя. О!
Давайте куда-нибудь... Нифига, какое здоровое место для разведения. Нет, здесь нельзя, я поняла. Вот давай здесь. Так. И что теперь? А это что такое? Блин, тут столько украшений. Можно им вот здесь поставить деревце. Блин, так здорово. Надо как-нибудь это все тут поэтовать, посмотреть. Так, теперь надо взаимодействовать. Выберите биологический вид. Фестрал. Так. Разведение уникальных тварей. Время, оставшееся для завершения разведения. 30 минут. Подожди. А пацан что туда не идет? Во-первых, еще почему пацан не кормленный? Вопрос. Ну, вообще логично, потому что я его не покормила и не ухлера. И не ухлера не покормили. Как я могла? Как я могла? Кушать. Так, это странно. Я вот вам что скажу. Это странно. Она там одна сидит в загоне. Так, ладно. Собрали, это тоже собрали. Больше ни с кого нельзя ничего собирать. Ну ладно, допустим, вы считаете, что это окей. Ой, нифига, тут еще и вброд надо выходить отсюда. Так. О, сладкая мальва уже готова. Подождите, а почему я решила, что надо уйти? Я подумала же, надо им поставить кормушку. Я же хотела им поставить. Блин, тут такая музыка какая-то тоскливая. Почему они решили, что это отличное место для... Так, это кормушка. Поставим где-нибудь недалеко от загона. Так, вращать. Вот так как-нибудь. Вот так поставим. Можно? Можно вот так поставить? Вот, кушайте, кушайте, мои хорошие. Вот вам игрушница еще. Так, коробка, полная игрушек, используемых для игры с тварями. А мне вот интересно. Одна из одной. А, типа только одну и можно поставить... В этот. Ну, в один этот. Прикольно. Открыть. О, золотой шар выбрать. И чё? И что теперь с ним? Они побежали с ним играть. А, это типа его обратно призывать, что ли? О! Вон, играйтесь с этим. Вот этим странным. А я пойду пока. Так, это же лунный камень. Это не кто-то из моих животных спрятался. Я сейчас по нему хлобысь. Ну, короче, да, развлекайтесь, ребятки. Ничего же, я же не должна, типа, какой-то корм положить сюда, нет? А, он тут есть. Это же волшебная кормушка. Шикарно. Прекрасно. Очень тоскливая музыка. Мне не нравится. Мне не нравится, что мои фестралы будут так грустно жить. Так, тогда все. Капец. Ребята, лафа закончилась. Я бухнула. Все. Сейчас будет происходить... Месиво. Вот. Загон для разведения ставится. Ой, пушишка. Пушишка прибежала. Так, у меня здесь 4 вида существ. Правильно? 4 загона. Чё я их коплю эти? Значит, такие ходят. Что она делает?
Так, ну давайте пока три, потому что жабы вряд ли смогут как-то размножаться, потому что я, по-моему, спасла... Да, я спасла, по-моему, мальчика и мальчика. А почему вы не кормлены? Я же к вам заходила в конце. А, ну... И так еще умоляюще смотрят на меня мои маленькие пупсики. Мои вы хорошие. Я для вас не могу. Где мои люнчелятки? Где мои люнчелятки хорошие? Вот они пасутся. Пасутся. Мои пупсики. Мои прекрасные создания. Ну-ка. Чешись. О, кушать. Я не могу вообще. Ну какие они прелестники. Главное опять ни по кому не долбануть, господи. Я прям так стараюсь, я так стараюсь. Так вот. Вот они, вот она бежит, уже бежит. А чё у меня одни девочки лунтилята? Вот коричневый один мальчик у меня. Так, сбор урожая, сбор урожая. Вот Фвупер, летаешь, где попало? Чё на кормёжку не ходим? Так. Сейчас мы с них все как раз пособираем. Все, так, а теперь мы сейчас вас отправим в Освояси. Так, будем разводить пушишек. А летунов нельзя разводить. Можно пушишек и лунтилят. Потомство пушишки. А, и почему-то жаб тоже нельзя разводить. Интересно. Ой, ты моя маленькая лунтилица. Будешь там лунтилиться теперь. Не, ну самое больное, конечно, получается, будет их продавать. Просто трэш будет, девочки и мальчики. Так. О, там луна! Посмотрите, тут луна! Типа специально, потому что тут лунтилионочек. Господи, зачем так мило? По-моему, мне, чтобы вот убрать... Да, мне надо вот это взять себе. И вот от этого избавиться. О, прям... Прям даже скидок никаких. Это вам не в Sims купить, зайти в режим жизни, а потом опять продать. Купили за 15 этих лунных камней. 15 лунных камней потом нам отдали. Все честно. Ой, блин, кормушки. Эти же, пассатижи. Надо, короче, это. Сейчас я вам все сделаю, господа. Вот тут у ручейка. У вас будет тут и водопой, и едальня здесь будет. Потом, значит, коробочку вам поставлю. Клубок. Играйтесь. Надеюсь, я все правильно делаю. Так, и к тем сходим. Интересно, а тут кого можно разводить? Мы сейчас поставим один загон и посмотрим, чё как оно вообще будет у нас. Может быть, здесь вообще никого нельзя разводить. Фестралов мы забрали. Чё, прям посреди дороги, что ли? Странно как-то. Ну, посреди дороги. Чё поделать? Так, кого здесь можно поселить? Гиппогриф. Или их... Нет, наверное, можно всех. Просто
Вот... Подождите, ну нет, болтарушка у меня, по-моему, есть пацан. Не знаю. А, нет, у меня две девочки. Да, значит, просто это в зависимости от пола. Их нельзя разводить, потому что... Потому что у них нет пары, все понятно. Ну, значит, будем ходить искать. Будем вам ходить искать пары. Отец семейства, давай это поспокойнее тут. Так, кормушка. Сейчас я вам поставлю там же на водопое, чтобы было вам удобно. Покушали, запили сразу. И вот игрушечную вам дам. Так, и достану вам здесь квофл. Пожалуйста, развлекайтесь. А я пойду посмотрю, что у меня там на этом, на столе. Неизвестные какие-то у меня там предметы. Ага, роскошная шляпа с паутиной. Это скажите-то, пожалуйста, в каком мире шляпа, на которой паутина, считается роскошной? Так, это плохо. Это плохо. А, так, этого у нас ничего нового нет. Что вот круче? Вот это конечно. О, еще и снижает урон от пауков. Ёперный театр. Так, это плохой шарф, но на нем есть чего-то прикольненького. Ну, вот, собственно. Собственно, и все. Где моя теплая шапка? Вот. Чё, хорошо живем. У нас теперь еще и пассивный доход будет на этих. На потомстве. Ё-моё. Чё, драмарок нужен. Ё-моё. Драмарок. Кто такой тот драмарок? Вот это вот прокачано, это все прокачано, это прокачано. Ну вот нужен какой-то драмарок нам. Что ж, я думаю, на этом и с вами будем заканчивать. Слава богу, что я могу сказать? Слава богу, что мы в этой серии имели такую силу воли и дошли все-таки до Фестралов, и до Дика, и до всех остальных. Я просто... Мне кажется, мне вот еще очень не скоро надоест ходить и бродить по всяким этим запретным лесам, по Хогвартсу, по всяким здесь вот окрестностям. Очень очаровательный этот весь мир. Я надеюсь, вам тоже нравится. Вы, как всегда, можете свое мнение написать в комментариях. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока!